Армения собирает деньги с людей для приобретения военной техники с целью совершения провокаций на армяно-азербайджанской госгранице в направлении Садаракского района Нахчеванской автономной республики. Об этом в Телеграм сообщил армянский активист Мика Абадалян. Для сбора средств был открыт счет в российском Сбербанке. В этой связи гражданам Армении поступают обращения и призывы в социальных сетях. Активист рассказал, что за короткий срок было собрано около 125 тысяч рублей, около 2900 манатов. После этого азербайджанцы, проживающие в России, обратились в Сбербанк с требованием не допускать сбора средств с целью приобретения военной техники с последующим нанесением ударов по территории Азербайджана. Также было отмечено, что аккумулирование средств на банковском счете с подобными намерениями является нарушением законодательства РФ. «Мы просим вас принять срочные меры». Учитывая, что российские миротворцы создают условия для обеспечения мира между Арменией и Азербайджаном, подобные факты ставят под сомнение усилия РФ, говорится в обращении. Отметим, что Мика Абадалян уже поделился информацией о том, что из собранных средств была приобретена военная техника и направлена армянским солдатам. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.